Сотрудники ОМВД по Ленинскому городскому округу и Управления по контролю за оборотом наркотиков Московской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу Видного, подозреваемую в сбытии наркотических средств. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у 43-летней подозреваемой сверток со светлым порошком. Из правого кармана, одет на ней платье, сверток. Поясните, пожалуйста, что это такое? Героин. Внутри героин? Угу. Где вы его подняли? Улицу не помню, метро Молодежная. В Москве, да? Да. Химическое исследование подтвердило, что это героин общим весом 49 граммов. Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление. За что вы задержаны сотрудниками полиции? За героин. Вы ранее судимы? Да. По какой статье? По 2.8. Проживаете где? Видно. Вы сами употребляете наркотические средства? Конечно. В отношении задержанной следственным управлением ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 228 части 1, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Видновский городской суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.